Всем привет, ребят. Ну что, решил сегодня я потрешивать, пооткрывать сумочки с огником, которые у меня накопились. Сейчас посмотрим, какие шансы, сколько можно там с первых этих сумочек собрать огнекрыла, какой шанс выпадения там, сможем ли мы максималку вытащить. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, максимум это 30, что можно словить. С первой сумки, со второй там побольше. Так. Вот у нас их 289 накопилось. В принципе, немало, как видите. Сумок питомцев у меня тоже дофигище. И надо будет под них заснять отдельную акцию. Так. Потестить. Какие вы выносливые. Так, что у меня по питомцам творится? И сейчас будем открывать. То я. Интересно будет, если питомцы тоже максимум 9999. Что же будет тогда? Да, еще есть нам что качать. Так, хорошо. Поехали. Сколько у меня осколков? Сейчас замерим. В принципе, немного. 427 осколков всего лишь, как видите. Всего лишь 427. Поехали. Посмотрим, какой шанс. Так, от 1 до 30 двадцатки я ловил, и тридцатку, по-моему, пару раз ловил. Сейчас мы будем смотреть. Не буду я все сразу открывать. Я хочу посмотреть, какой все-таки шанс. Так, сейчас кто заговорился. 428. Все, было 428. 4 на 2, 8. Вот так вот запомним. Поехали. Посмотрим, сколько мы сможем их наловить. На почти 300 сумок. Ну, единички, двоечки, они падают очень часто. Сейчас откроем штук. В принципе, уже как минимум, там, не знаю, 2. Два-то по-любому, да, то даже и три мы должны словить. Потому что один-два падают довольно-таки часто. Вот интересно посмотреть, упадет ли нам максимум. Вот десяточка упала даже. Я думаю, где-то приблизительно 100 штук. Думаю, огника можно собрать. Может, даже и быстрее соберем одного. Десятка опять упала неплохо, и пятерки довольно-таки часто падают. Двоечка. Еще раз десяточка. Отлично. Пятерка. Двадцатка. Вот так вот. Ну, думаю, уже где-то 70 осколков собрали. Двоечка. Ну, видите, даже единичка не так падает, двойка больше даже падает, мне кажется. Так, пятерка. Сейчас посмотрим, сколько мы словили. Так. Открыли только 40 штук где-то. Чуть больше, даже 45 или больше.
570. Нифига себе. Было 400, ну пусть будет даже 430. Неплохо так мы собрали, я вам скажу. Поехали дальше. Сейчас посмотрим, сколько нужно сумок. Ну, конечно, никто их так не будет собирать первое, особенно на других серверах. Так, двоечка. Ну, в принципе, 100 штук это 100% вы словите огника. Это надо очень мега невезение, чтобы со 100 штук вот не собрать. Смотрите, двойки падают часто, пятерки, десятки. То есть вариант, конечно, возможно, на каждом сервере свой рандомчик, но где-то плюс-минус. Соберем потом 100 штук на других серверах и посмотрим. Так, пятерка. Ну, давайте десятку. Еще пятерка. Вот, десяточка, отлично. Ну, нам надо 628, чтобы, в принципе, собрать одного. Да, посмотрим, что у нас получится. Так, 10, отлично. Давайте сейчас посмотрим, а потом пооткрываем по 10. Посмотрим, какой шанс будет. 638, даже немножко больше я открыл. Это заговорился. Так, что у нас получилось? М-м-м-м. 74 сумки на огнекрыло, даже меньше, то есть где-то так. Хорошо, давайте теперь у нас 638 откроем 10 раз по 10 сумок. У нас тут так уже не получится, но постараемся успеть. У нас сейчас 638. Попробуем. 35, 18, 93. Нифига себе. Нам надо ставить 115. На 115 остановиться и посчитаем. Вот, стоп. Фига себе нападало. Посмотрите, как по 10 падает. Офигеть. Просто офигеть, ребят. 38, 45, 53, 146. Нифига себе, 190. Ну-ка, давайте так. Раз. 10, 20, 30, 40. За 50 мы собрали огника одного, даже чуть-чуть больше. Теперь смотрим следующих 50. Что там у нас получается? 89. Да тут тоже практически огник будет. Так, а ну-ка снизу. 100. Да, тут тоже огник. Вот посмотрите. По 50 мы собрали 2 огнекрыла, получается. Офигеть. Ну-ка, давайте сейчас еще разок тестанем такой именно способ. Проверим, реально ли это. Ну, по одному, как видите, шанс небольшой. А вот там, блин, ну... У, нифига себе, тридцатку вытащили. Что там у нас? 109. Давайте. 2. Неплохо, неплохо. Честно говоря, не ожидал, что по 10. Ну, нифига себе, смотрите, как начало сыпать. Просто тридцатками закидывает. Шанс 30 словить довольно-таки, как видите, с 10 штук, если там, судя по тому, сколько там нападало, а там плюс-минус падает. Так, 100 штук у нас есть. Смотрим, так будет быстрее нам посчитать. 1222, вот так вот даже. Нифига себе, мы натащили огников.
Так, хорошо, 1222, поехали. Поехали открывать опять. Ну, ребят, с вас лайки. Такое вы не часто увидите, даже у меня на канале. Так. Отлично. Вот наших 100 сумок, поехали. 56, 63, 34, 60, 22, самое худшее, 64, 31, 31, 45 и 28. Так, смотрим. У нас, по сути, 10 попыток есть. Так, что тут у нас? 119, 149, 153. Один огник есть. И чуть-чуть. Теперь смотрим второй вариант. 95, точнее 126. 146. Ой, я говорю. Так, давайте так. 62, 90, 135. Тоже практически словили, то есть по сути получается у нас, если вот таким вот образом открывать 50 сумок, плюс-минус хватает, то есть мы за каждых 50 сумок собрали огнекрыло, там не хватило единички у нас получается. В принципе, да, как видите, все-таки оптом открывать дешевле будет. 650. 1656, у меня было 1300 там, ой, говорю, 1300, вообще уже заговорился. 428, по сути, мы вытащили 6 огников. Неплохо, неплохо, неплохо. Вот так вот, то есть, копите сумки, открывайте их по 10, мне кажется, так будет намного быстрее, потому что по одному мы открывали, вы видели, что у нас ушло практически там 75 на 25 сумок выше, а тут получается шанс намного круче. Все, пишите комменты, подписывайтесь, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.